Ребят, всем привет! Вы на канале Светлана Карпа. И сейчас Лерочка вам покажет свою игру Toca World, как она обустроила свою новую виллу с бассейном. У тут в мене буде. А ты еще будешь обустраивать, да? Я думаю, ты уже обустроила. Не, я ждала. Лерочка будет обустраивать. С Дианой мы уже обустроили. Это вы можете посмотреть в другом предыдущем нашем видео. А Диана будет показывать вам потом, ну, еще одно видео будет с Дианой, и она будет показывать вот секретки в этих локациях. Мы купили локации, можете посмотреть предыдущие наши видео, там есть, как мы покупаем локации девочкам. Я выбрала вот такая плитка. Плитка. И на очень. Стены и на пол. Угу. Беру вот такую вот ванную. Потом унитаз поставлю вот сюда, вот так вот, чтобы он не мешал. Жалко, что здесь нет перегородок. Потом раковину. Ну, возле туалета, конечно же, поставлю туалетную бумагу. Вот. Может, раковину поставить под окошко? А вот сюда. Удобно будет умываться. О, коты прибежали к нам. Мур. Коти. Коти друг друга умывают. Я туалет поставлю. Надо выложить наше видео с нашими животными, как мы игрались, да, мам? И завтра будут у нас игры с животными. Не пропустите наше видео. Да, завтра суббота, мы играем с утра с животными. Тыщ. И вот такую лесенку. Вот тут я крючки. Наверное, даже я туалет сюда обратно переставлю. И раковину так. Ну, раковина возле туалета, это не гигиенично. Вот так. О, так красиво, думаешь. Возле унитаза, точнее, возле туалета. И полочку, чтобы крем после загара, до загара. Да, сахала, еще какие-то крем, какие связаны с сахалом. Угу. Ковричок покладу, чтобы холодно ножкам не было, такой белый. А коврик можно было розовый. А можно ее вот так вот розовый. Розовый в середину. Класс. А теперь... мне кажется, был бы красиво голубой. Ну ладно. Там кошка на унитазе голубая просто. Ну розовый просто к стенам так подходит. Согласна. А теперь кухня. А ну. Так. Холодильник. Сюда. Теперь сюда вот так вот плиту, а сверху плиты. Тебе видно, говорите, больше? Не, меньше. И коврик, чтобы было ножкам тепло. Или синенький сюда, кстати, я еще ж не сделала. Здесь вот такой вот как. Вот этот. Светлый пол, он всегда визуально увеличивает пространство. Так. Да? Угу. Такие стены, да. И... О, красиво очень получилось. Лядянка, кухня, кухня. Как это получилось. И теперь сюда добавлю три вешалочки. Для посуды, ну, для... Полотенчик? Нет. Для кухонной утвари. Ну, здесь будет стоять большая ложка, большая, ну, лопатка. Кухонная утварь, да, которая используется при приготовлении пищи. Так все называется так. Давай, типа, мы. Рисунок. Все. А теперь переходим. И розовая ведерко для мусора. А, да. Все сюда, сюда. Я еще кое-что покажу, а потом, ну, я кое-что потом покажу, а потом уже после видео я обустрою дом. Окей. Ну, вещи, типа. Все, теперь сюда. Эй, почему? Летающая кухонная мебель. Ой, ставлю, что-то я ставлю. Спокойно, Лерочка. Вот.
Столик. И вот беленький такой сюда. И стульчики, наверное. Диан, подальше от экрана. Беленькие стульчики. 4 стульчика, потому что приезжают друзья к девочке. Завтра суббота, я должна сделать подмену воды в аквариуме. Да? Еще стул. Еще стул. И еще стул. Все стульчики есть. Угу. Теперь сюда, к этой части. Вот такие вот лежаки, 4 штучки. Раз. Уже есть еще один. Так. И вот. А такой есть другой лежак, что-то не ставишь. Другой, он тоже прикольный. И вот, наверное, сделаю вот так вот пространство, чтобы между каждым... между каждым вторым столиком стоял... Вот, ну, между каждым, наверное, вот так вот здесь будет стоять. Между двумя. Вот и вот. Ира, помогай мне. Не, как-то у тебя получается, что ты типа дважды нажимаешь. Может, дважды нажимать так быстренько, и появляются сразу 2 единицы. Так. Попробуй. Так. Попробуй 2 раза быстро нажать. Сейчас я хочу вещи для тела, для воды разве достать. Ой, Лера утопила. Пистолет водный. Еще один. Мы с утром ждали еще момента. Классно, хочу дом с бассейном. Это можно на стол. А мы с утром ждали этот момент. А вы я хотите, тумбочку поставлю. Девочки, дом с бассейном хотите? Да. Я тумбочку поставлю там, где будут лежать вещи такие, как крема разные. Вот так. Ой, я забыла про вот такую тумбочку. Вот. Столик поставлю сюда. Я потом добавлю такие столик и магазин. И стульев. И до стола стульев. И поставлю маленькую морозилочку. Вот такую. Не, я не буду ставить потом. Все. А теперь сейчас моя девочка переоденется в купальник. А, наверное, там уже... Ой, собака. Я пока что... Собака. Хе. Хе, так смешно. Сейчас буду пропить. Собака хрипит. Мам, скоро секрет покажу. Скоро. И подушечку добавлю. Так, потише. А я на носик поставила подушечку. Вот такой вот. Все. А еще я в магазине потом возьму подушечку. Ну, подушечки. Давай. И цветочек вот такой вот добавлю. Для интерьера. А я на подушку. А теперь моя девочка, ну, оставляет свои вещи. Потом я раскладу, потому что у меня здесь вот вещи. Здесь такой прикольный. Такой вот прикольный. Скейтборд, пенниборд. Вот. Так, отдаю дальше рабочему. Рабочий носится. Тут один человек с вещами, другой, третий и четвертый. Угу. Ты девочку хотела в купальник перейти? А там, наверное, будут купальники. Вот еще штучки. Там, да. А это який парк? Це там, де лапка, типа. Ага, лапка, хорошо, сейчас прийду. Ну, можно я тебе секрет покажу? Сейчас, Диан, ну, Диан. Подожди, пусть уже достроим. Окей. Я просто хочу показать спа-зону. На моей еще? Це в зимней локации. Ну, я так, наверное, може, телефон сейчас поставлю. Покажу, там, де лап. Ой, листай. Я знаю, куда. Там до лапки такая чёрненькая. Так. Сын, тут у нас питается. Там, да, купать. Вот. Вот сюда.
Там самый большой чемоданчик. Девочки, я уже сейчас усну. Ну можно я? Мам, ну мой быстренько дохуем вихло, окей? Может, вы мне дадите хоть чуть-чуть отдохнуть? Окей. Мы сейчас А завтра утром все покажем. Купальнички. Здесь, наверное, один купальник для девочки. Два. Для мальчика. Для девочки и для мальчика. Как раз. А свой чемодан сейчас отдам с вещами людей. Кто это? Так. Скажите. Теперь Аня. Артур уже переоделся. Аня теперь переодевается. Кирилла достаю. И Мию. Сейчас все переоденутся. Так. Это для мальчика. Вот так вот. Вера, ну ты смотри, видно? Да, видно. И купальник для Мии. Все, все. А, шапка. Аня забыла снять шапку. Это просто рабочему, короче, дом. И Мия на одежде. Ой, и Аня на одежде почему-то здесь. Мия — это девочка с розовыми волосами, а Аня с белыми. Кирилл — это с розовыми. Кстати, у них вот тоже есть такие. Ну, вот такая вот. Стоп, Мия. Теперь... А теперь идем в спа-зону. Это в горы. Выходим отсюда. Кстати, мы в эту игру очень давно играем и только сейчас решили купить локации. Вот зимняя локация. Лела, ты знаешь, что там можно сломать эти штучки? Какие? Вот такие. Прикольно. Такие и давать человеку съесть. Так, заходим в спа-зону. Мальчик, отдай. Мальчик тут на расслабоне. Это у нас полотенюшко. Все, сидит. Это девочки, девочка сейчас. А это для мальчика, да, здесь? Маска. Здесь маска есть. Можно меня туда, пожалуйста? Я очень хочу туда, в эту локацию. Отправь Леру, меня не... А вот еще такие термальные, наверное, воды, отправьте да? Отправьте меня. А помните, где мы с вами были в термальных водах? Аксолотль. Аксолотль. Как у нас? Еще девочки, где мы были с вами? Не помню. Будда. Пеште. Да. А здесь есть яйца, их можно. Там в отеле у нас был бассейн с термальной водой. Вам понравилось? Да. Расскажите свои термос письма. Есть, можно кого-то напить. На Сибири. А расскажите, как было в термальной воде? Классно. Балдево. Тепло. Тепло. А можно теперь покажу? А теперь мои сюда идут. Вы хотите еще поехать? Ты сейчас хорошо туда полетит, так. Папа. Не, наверное, это девочки огурчики, да. А, это этот коронавирус, да. Мы не можем. Блин, так думаю, что была до выходной. Мама, а теперь можно откусить секретики? Подожди. Коронавирус, да? Ой, так много Тесса спит. Пузи кочет. А давай мальчиков сюда. Пузи, Лер. Ага, я бачила. Машка, мы сейчас тут не будем. Мои слышали. А теперь так, можно откусить? А где огури? А, все так расслабились. Где Лера показывает? Что это такое? И штучки. А где я делаю огурчики? Ох, все такие спокойные после термальных вод. Вау. Да, смотри, да, тут прикол, я была загревшая. После а потом там-там-там. Сахар наполовину сел. А что здесь, вау? И тут еще штучки. Я сейчас подавлюсь. Тут я. Коську разбудили. Ух ты, я испугалась. Трусики. Испугалась. Там все Марк. Ух ты. Вау, какой купальник. Там, наверное, Мура просится открыть. Нет, там Марк. Бу. Тут еще есть для мальчика. Двое. Всех. Шортик. О, еще одна маска, только для мальчика. Вот.
крем. Вот. Я огурчики потеряла, я пытаюсь найти огурчики. Где твои все? Вот. Человечки. Вот это твои? Нет, вот это вот. Где твои? Двое сидят в бассейне, да, или это джакузи? Да. О, Лел, тут две напитки. Лел, две напитки. Сидят. И здесь я тут огурчики делаю. Там белый мишка я. А где я их кинула? Никто не знал. Ой! Бэ. Вот тут компот. Это компот. А еще компотик. Мама, можно я покажу? Да, сейчас покажется. Это не огурцы, нет? Короче, без огурцов. Можно еще мальчикам вот так вот одеть. А теперь можно я покажу? Все, я все. А теперь я покажу все, секлетики. Все. Я теперь покажу секлетики. Эрик. Давай, ближе поставь. Так, давай, сейчас покажи это, как убираются. Так, давайте тогда, Лера, скажи всем пока-пока. Мы сделаем еще одно видео. Да. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустили наше новое видео. Дианка покажет вам секретики этих локаций. Новых. Всем пока-пока. До скорой встречи.